ребята, закончился наш день. Сейчас мы сидим в Макдональдсе. День у нас закончился, день у нас продолжается. У нас закончился кастинг. Да, закончился у нас кастинг. И сейчас мы пришли в Макдональдс. Да, там жюри какие-то знаменитые люди сидели. Ты их не знаешь? Да. Поэтому он даже не знал, кто там сидит. Папа туда не запускали, родители туда не запускают, запустили одного Артема. Плохо. Да, он там выступил. И теперь папа не может добиться, какой результат у него был. Будем ждать понедельника, я знаю результат. Понедельник? И нам опять нужно будет ехать сюда? Да, в понедельник нам скажут результат. И сюда опять мы поедем, да? О, ну не в понедельник. Когда? Когда посмотрим, поступим мы или нет. Если поступим, когда-нибудь приедем. Куда поступим? Не понял. Вернее, пойдем. Блин. Папа, здесь лед есть. Ох, как хорошо. Она холодная. Сколько мы сегодня прошли? Ой, я не знаю. Километров 10 так точно. Мы 4 километра шли до Красной площади, потом вернулись. 4 обратно? 4 обратно, потом еще 1,5 километра или 2, это уже 10. Потом сюда до Макдональдса, это еще 1 километр, и потом назад. Будет у нас сегодня километров 15. Потом еще посмотрим по твоим часам, сколько мы шагов сделали. Наверное, будет одинаковое количество, потому что я везде с тобой таскался. Одинаковое будет? Почему раз? Может быть, у меня будет побольше, тебя потому больше, что... Тебя больше, потому что тебе шагов. У меня ножки маленькие. Ножки маленькие, шаги коротенькие. Ну да. Короче, ребята, мы полчаса искали камеру хранения. Полчаса папа все перелаживал из одной сумки в другую, чтобы ее оставить в этой камере. Пришли, а камер свободных нету. Все места заняты. Пришлось нам с нашими большими клубками тянуть. Вот только интересно, зачем нам мама положила вот эту всю одежду? Ну, потому что не знали, что походка такая хорошая будет. А посмотреть нельзя? А вдруг испортилось бы что-нибудь? Это твой или это твой? Вот это твой, да? Я не знаю. Макчикен, Макчикен это твой. Нет, ты Мак. Да ладно. А я двойной. Это двойной? Нет, мне кажется, ты что-то напутал. Двойной это вот меня. Я не знаю, куда я хочу. Куда-нибудь туда. Смотрите, ребят, Артем целый день просил сходить в Макдональдс, в итоге все несет с собой. Да. Ничего не допил, ничего не доел, зато мозг выносил. Ну да. Самое главное, сам поход. А, ну да, да. Мы весь день, все время, мы сегодня на улице. Весь день тепло сегодня, да? Это называется день без... День без дома. Сейчас нам еще обратно 2 километра идти, да? Да. Ради Макдональдса. Ну да. Давай покажем.
какое-то движение. Опять Порш какой-то. Спасибо. Пап, ну что мы сейчас будем делать? Не знаю. Ты будешь доедать свою еду. Я пойду куплю морожка. Где? Может, не надо? Смотри, пушка. Пушка. Настоящая? Что? Настоящая? Сейчас узнаем. Да? А кто ты знаешь, настоящая? Видно? Ну да. Да. То, что краска облезлая. То, что колесо такое вот сломанное. Страшное какое-то. А, так оно не крутится. Заклинило. Ржавело. Как оно может обжаветь, если здесь дерево? Ну, одна пушка еще. Во Вторую мировую войну досталось. Да? Один выстрел, две минуты. Прикинь, выстрел и готовят. Да. Две минуты готовят? Находилась на вооружении отряда Красной Гвардии. Применялась при обстреле Кремля в октябре 1917 года. Папа, почему ты не взял гостиную? Кого? Гостиную. Гостиницу? Угу. Я подумала, что мы там сидеть будем, все равно будем бегать. Мы, правда, сумки положили. Ну, так. Ну, вот в следующий раз точно возьмем с собой себе гостиницу. Потому что, блин, таскать 5 килограмм, ну, 5 килограмм на плечах. Не знаю, подожди, дай потрогай. Не, ну у меня не 5, у тебя. Не, наверное, килограмм 5. У меня? Да. Да ладно. Ну, смотри, какая техника. Детские племена Агуши. Это макет, не настоящий. Кто это? Да ладно. Макет. Ужасно. Ну да, это видно, потому что краска еще не облезла. Не, она облезла, но все равно не настоящая. Видно, что вот, ну это точно, но не фара. Колесо. Совсем новой резиной. Ну не совсем новой. Ну практически. Так его взяли чуть-чуть, потрепали. О, тогда даже посередине ничего нету. Просто каркас. Нет, и все. Не, так он так и делается в автомобиле. Ну. Да? Вон. Колесоры есть. Может даже и не макет. Артём, не двигатель есть. Да ладно. Ну да. Есть. На базе Fiat образца 1900 года. Там радиаторы, двигатель. А тоже. Я ничего не вижу. Ну, надо расти. Вот пулемет. Вот пулемет, но это не настоящий, там какая-то трубка. Блин, а папа, почему эти качели заняты? Смотрите, какие качели. Здесь такие качели прикольные. Кому этот памятник? А? Кому памятник? Дяде. Какому? Не помню. Маяковскому? А? Маяковскому, наверное. Может быть. Пап, посмотри, как они хорошо катаются. Качели. Офигенно. Это меня проехали в интернат забирать. А, нет, это за другим мальчиком. Подходит наше путешествие к концу, да? Ура! Ура, мы устали. Ноги болят. Мы хотели, когда шли на Красную площадь, самокат на прокат взять. У нас ничего не получилось, потому что мы его сейчас не нашли. Угу. Вылезем на велосипеде, на прокате. Я пока что-то выбираю.
Велосипеды как-то не очень хотелось брать. Там педальки нужно крутить. У нас вот такие вот сумки сзади. Такая же у меня. Не, у тебя больше. С велосипедом неудобно, да? Ага. Ой, блин. Ой, ноги, мои ноги. Сколько там до поезда? Так, до поезда нам... 19, 20, 21, 2 часа. Ничего себе, белый какой крутой. Брутальный. А это папа. Смотрите, вам прикольно покажу. Смотри на мои спинки. У бабушки спина мокрая. Смотрите, какая моя майка красивая. Сначала мама сказала, что вот этот Джейк – это червь. А это Джейк. Вот так вот. Ребята, ну и на этом мы, пожалуй, закончим. А пока что перед заканчиванием посмотрим на этого дядю. Что там про него написано? Вот. Ребят, читайте сами, потому что мне читать сейчас лень. Вот так вот. Ребята, ну и на этом мы, пожалуй, закончим. Вот и подошел наш супер-дупер-пупер день к концу. Всем пока!